Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. В строительную компанию на сантехнический участок требуются сварщики и слесарь-сантехник. Телефон 8-905-819-20-50. Требуется слесарь. График работы сутки через двое. Зарплата 21 тысяча рублей. Телефон 8-909-616-61-97. Требуются охранники. Работа вахтой по Оренбургской области. Оплата 60 тысяч рублей. Телефон 8-961-909-99-65. В строительную компанию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 202-769. Требуются водители для перевозки опасных грузов по месторождению на КАМАЗ-4308, а также машинисты на ППДУ, АДПМ, трактор Б-170 и автогрейдер. Условия. Работа в Оренбургской области вахтой по 7 дней, зарплата 75 тысяч рублей за 2 недели, проживание в жилых вагонах, столовая, баня, сушилки, официальное трудоустройство. Телефон 8-987-430-02-45. В крупную строительную компанию требуются подсобные рабочие и сварщики. Зарплата высокая. Телефон 8-909-613-22-13. Требуется машинист крана башенного. Телефон 8-922-824-26-17. В магазин одежды на проезде Майский требуется уборщица. Телефон 24-41-41. В строительную компанию на электромонтажный участок требуются штрабовщики и разнорабочие. Телефон 907-911. В торговую компанию требуется оператор 1С. График работы 5 через 2 с 9 до 18 часов. Зарплата от 35 тысяч рублей. Звонить 8-932-540-2002. В торговый дом «Крым» требуется торговый представитель. График работы 5 через 2, 8-часовой рабочий день. Зарплата от 55 тысяч рублей. Телефон 8-903-398-21-11. Требуется слесарь-станочник. Телефон 23-56-31. Требуются рабочие на производство керамзитоблоков. Обращаться по телефонам 8-922-531-30-20 или 78-88-15. В Оренбургстат требуются водитель с опытом работы и дворник. Официальное трудоустройство, соцпакет. Обращаться по телефону 31-27-23. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.